Одна из самых востребованных и уважаемых профессий в мире – педагог. Это наставник, который передает свои знания и жизненный опыт ученикам. Педагогом сегодня можно назвать и воспитателя в детском саду, учителя в школе и преподавателя в среднем и высшем учебном заведении. Их профессиональный праздник – особенный день в календаре. Сегодня мы хотим поздравить всех наших педагогов, пожелать им новых творческих успехов, безусловно, терпения, желания работать, чтобы здоровья хватало на все те грандиозные, амбициозные планы, которые мы перед собой ставим. Но и самое главное, что благодаря нашей совместной работе мытищинское образование оставлялось передовым и было одним из лучших на территории не только Московской области, но и Российской Федерации. Сегодня кадровый состав учреждений образования в нашем округе насчитывает более 6000 педагогов. Лучших глава округа отметила почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия. Среди них Медхат Латфулин, учитель физкультуры школы номер 8. Он более 40 лет посвятил себя любимому делу и был награжден знаком за доблестный труд. Вот как здорово. А у меня не было такой награды. Даже надо посмотреть, что там внутри. О, какая красивая, да? Я даже не знал, что меня наградят. Потому что у меня уже 3 такие большие награды. Я мастер спорта, отличник физической культуры, заслуженный работник физической культуры и спорта. Я не знал, я думал, мне только цветы подарят и награду не дадут. Заслуженная награда была присвоена и гимназии искусств и культуры, которую посещают сотни мальчиков и девочек со всего округа. Студия «Марисоли», хореографический ансамбль «Карамель» в городе Мытищи принимают участие во всех праздничных мероприятиях нашего любимого города. И за эти заслуги, за наших детей, самых любимых и самых талантливых, мы сегодня получили памятную плакетку. Одним из важных моментов торжества стало вручение сертификатов на получение квартир, а также денежных премий педагогам, чьи ученики набрали 100 баллов по итогам единого государственного экзамена. У меня был 11 класс, в нем было 12 человек, и вот из них 2 стобалика. И общий результат очень высокий. Хорошие дети. Поздравили с профессиональным праздником учителей почетные гости мероприятия. Они отметили заслуженных работников образования благодарственными письмами Государственной и Московской областной думы. Все Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации поздравляю вас с Днем Учителя. Значение этой профессии с каждым годом оно растет, и тенденция этого роста никуда от нас не уходит. Поздравлением присоединился председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и вручил почетные грамоты педагогам. Эта профессия, она выталкивает тех людей, которые случайно туда попали. Случайно люди там не приживаются. Поэтому наши педагоги, которые выходили на эту сцену, имеют не то что многолетний, многодесятилетний педагогический стаж. Церемония награждения завершилась ярким концертом, который подарили творческие коллективы нашего округа. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Михаил Петров, Первый Мытищинский.